3 тонны нефти вылилось на дорогу. ЧП произошло 30 ноября на участке дороги между поселком Жанарка и сельским округом имени Жумажанова. Местные жители увидели на трассе черное пятно на площади 10 квадратных метров и вызвали специалистов районного отдела ПУЧС и работников акимата. Как пояснили в пресс-службе акимата Жанаркинского района, установлено, что одна из компаний перевозила нефть с главной нефтеперекачивающей станции АТАСУ на станцию Жанарка Карагандинского нефтепроводного управления АО «Кастрансойл». По предварительным данным, вследствие самопроизвольного открывания борта грузовика произошел разлив материала. Всего транспорт перевозил 10 тонн нефти. Представитель компании принес извинения населению и заявил, что будет проведено служебное расследование для выяснения всех обстоятельств ЧП. Нефтяные остатки ликвидировали, материалы передали в полицию для расследования инцидента.